Пятиклассник 7-й музыкальной школы Юра Косых готовится к участию в международном конкурсе баянистов, а потому полезные советы известного артиста Сергея Войтенко слушает очень внимательно. Как правильно сидеть, ставить руки и даже приветствовать зрителей – все это, считает юный музыкант, поможет ему стать лучше и справиться с волнением. Ну а главные качества Юра в себе уже воспитывает. Баян тяжелый, силу, да, выносливость, стойкость духа. Когда выходишь на сцену, как бы нужно не робеть перед публикой, не бояться сцены. Для педагогов такие творческие встречи – еще один повод познакомиться не только с самим Сергеем Войтенко, но и с новыми образовательными технологиями и методиками обучения игры на баяне и аккордеоне. Я не баянист, баласик, но мне это крайне интересно, наши родные народные инструменты. Это очень важно для нас, обмен опытом. Современное видение, то, что Сергей Иванович у нас ездит по стране, наблюдает там, мы здесь. Всероссийский конкурс «Виват Баян» пройдет с 12 по 15 мая в Самаре уже в 14 раз. Его художественный руководитель смело заявляет о новом, уже международном фестивале-конкурсе «Виват Баян, Виват Самара». Тем более, что следующий год юбилейный для всего баянного мира. Баян родился в 1897 году в Самаре, и в следующем году мы будем праздновать 120 лет. Это особенно, как бы мне кажется, правильно проводить встречи на самарской земле, и чтобы Самара не только была как столица, там, где родился сам инструмент, но и, собственно, столица и законодатель мод именно в баянной школе. Самарская баянная школа входит в десятку сильнейших школ мира. И в этом основная заслуга не только Сергея Войтенко, но и юных музыкантов, берущих в руки этот старинный русский инструмент, делая его модным и современным. Юлия Черняева, Константин Головин. События.